прекратить подачу электроэнергии на трансформаторную подстанцию, от которой питаются дома номер 194 с дробями 3, 15 и 16 на Пластунской. Ресурсоснабжающая организация должна по закону. Собственник ТП умер, родственники отказываются принимать в наследство оставшиеся за ним долги. И пострадать из-за этого могли бы жильцы 3 семиэтажек на КСМ. В ситуацию вмешалась администрация, чиновники сами приехали к жителям и пригласили представителей ресурсоснабжающих организаций. В процессе встречи стало понятно, что ситуацию можно исправить. Первым шагом является смена владельца ТП. То есть на сегодняшний день на эти три дома запитана электроэнергия и существует только лишь один договор с лицом, который ныне умер. Поэтому им, в свою очередь, необходимо каждому из объектов недвижимости создать свою форму управления и уже обратиться в данные ресурсоснабжающие организации на предмет смены владельца. Ситуация осложняется тем, что дома были построены незаконно на участках под ИЖС. Два из них застройщик через суд узаконил. Для одного из домов была построена ТП, к которой впоследствии подключились и остальные. Теперь жильцы, если они еще этого не сделали ранее, должны обратиться в суд за признанием права собственности на объект недвижимости и в правоохранительные органы за признанием себя потерпевшими из-за недобросовестного застройщика. И только после этого могут заключать договор с ресурсоснабжающей компанией. Теперь все зависит только от самих сочинцев, ведь пока ТП не переоформлено, долг за свет будет расти, что увеличивает шансы на скорое отключение электроэнергии.